Пожалуйста, как вы считаете, для чего дети учатся в конечном итоге? Чтобы обеспечить свое будущее. Обеспечить свое будущее, чтобы стать успешными. Согласны? Кто-нибудь возражает против того, чтобы стать успешным? Нет. Чтобы уметь обеспеченную жизнь. Правильно? Правильно. Хорошо. А вот. Самое интересное, такая цитата Эйнштейна. Не стремись к успеху, она висит у нас прямо на таком уровне. Стремись к тому, чтобы твоя жизнь смысл имела. Понимаете? А сейчас основной флаг это успевая работа. Редко нами используется, и в некотором смысле она не является суперинновационной, потому что она уже давным-давно, там лет 100, была, там, или проектный метод работы. Главной целью педагога является дать знания ребенку или правильно сформировать систему жизненных ценностей. Знаете, я считаю, что надо правильно сформировать систему жизненных ценностей. Не стараюсь выбирать такой раз, чтобы... Это учить знания добывать, потому что остальное он уже возьмет сам. А почему так важно сформировать правильную систему жизненных ценностей, чтобы приоритет у ребенка было не успех, как вы говорили, да, а ну, более такие высоконравственные какие-то критерии? Ну, дело в том, что, понимаете, это сильно влияет на то, как будет цивилизация дальше двигаться, что тут говорить. Потому что от того, какой приоритет будет уже следующего поколения, зависит, будет это поколение разрушительным или оно будет созидательным. Очень хотелось бы, чтобы оно было все-таки созидательным. Она двигалась в сторону развития цивилизации. Скажи мне, а какая задача вот у этого лабиринта? По стрелочкам нужно идти до опасного круга, можно идти, нужно идти по направлению стрелочек, и можно делать абсолютно сколько угодно шагов, например, можно сделать 2 шага, можно сделать... Наконец-то, Тури. Поздравляю. Непосредственно глава города Сосновоборск обратился к нашему руководителю агентства социального маркетинга с запросом о проведении подобного мероприятия. И мы предложили провести интенсивы для учителей математики, физики, химии, потому что изменение любого общества, оно начинается с учителей в первую очередь.